Я употребляю много клея и экономнее, чем покупать остальной клей. Это экономнее. Вот смотрите, какая красота получилась у нас. Вот. Теперь вот будет из зонтика у нас сделан из гипюра. То есть мы употребляли разные ткани. В данном случае у нас гипюр. Вот. Я уже собрала здесь на ниточку, чтобы быстрее было. Здесь приклеила немножко основание для того, чтобы не проткнулось. И находим серединку. Так. Даже серединку найти, и то нужно время. Поэтому, конечно, отметит ли мой карандаш. И то нужно время. То есть, как бы так просто все быстро сказочно не получается. Ну, я сейчас вот так вот воткну. Она еще и поскольку получается все-таки тянется по-разному, то и это тоже, конечно, где-то мешает. Вот. Ну, вот так. И затягиваем ниточку. Здесь волны нужно хорошо поправить. Так, удобно обвернуть и подтянуть немножко. И расправим немножко волны. Ну, пока я ниточку оборву. Но это все придется подклеить. Узелочек уже завязался. Значит, я тогда здесь просто каплю, каплю, и оно зафиксируется. Так. Ну, еще раз посмотрим, как натянуть. Капну здесь клей. Ну да, вот. Все так быстро делается, как хочется. Так. Даже вот клей. И тот не хочет заходить. Так, вышло много. И теперь, закрепляя вот здесь, мы будем знать, что она уже под ремку не соскочит, этот зонтик, и будет иметь такой вид. Так, значит, теперь для этого зонтика я сделала уже такую вот из органзы, собрала такую ленточку. Сейчас немножко клея сюда. Так. Поставлю сюда вот такую верхушечку и тут же немножко раздвигая эту ленточку укрепим. То есть вот таким образом
получится у нас оформление верха. Ну, если хочется, можно чуть-чуть еще добавить клея, и как бы я так вниз немножко его придавлю, чтобы направление было немножко вниз. Вот так. Ну, этого достаточно. Вот. Теперь у нас есть кусочек. Я взяла точно такой же гипюр, как здесь. Вот такой вот кусочек. И сейчас соберу его на ниточку. И этот зонтик мы доделаем. Ну, можно здесь немножечко, чуть-чуть клея. Это уже много. Чуть-чуть, просто чтобы вот он не расходился. Так, прихватить. И здесь уже почти по самому краю. Я оставлю где-то пол сантиметра плюс-минус. И затягиваем. Это украшение. Так, здесь хочу, чтобы волны внизу были достаточно как бы одинаковые. Обойду сейчас ниточкой. Могу чуть-чуть притянуть иголочкой на всякий случай. Все-таки она не будет спадать. Здесь мне захотелось сделать так. Ну и можно уже здесь закруглиться. Так, теперь беру кусочек этой сетки, то есть она такая у меня есть мягкая, эта сетка жесткая, я ее сложу вместе для того, чтобы цвет становился, остался, вернее, более интенсивный, вот так двое, вот, и привяжем сюда к этому нашему зонтику, то есть как бы это здесь органза. Здесь атлас, а здесь вот у нас получается сетка. Так, завязываем. Выбираем, где у нас будет передняя часть. Мне почти все равно. Ну, наверное, вот где-то здесь и будет. Вот. И завязываем
Бантик. Я уже посмотрю, теперь поработаю над бантиком, завяжу, как мне хочется, смотря какой вот длины. Сейчас я его сделаю и продолжим. Так, бантик я вот так завязала и немножко попробую органзу обрезать покороче, но как бы, чтобы все равно она осталась длинной. Вот где-то так. Ну, этот хвостик, наверное, тоже надо чуть-чуть короче. И вот так я оставлю этот бантик. И теперь, то есть такие же розочки, как мы сделали в мастер-классе, я просто добавила сюда серебряный бантик. И бусинки и приклею сюда вот в середину. И вот такой у нас получился вот зонтик. Так, и чтобы оформить его до конца, то, что мы сделали ручку для этого зонтика, сюда добавляем клей и легонечко я вставляю, чтобы он не выдавился. Ну, вот такой получилось у нас очень красивый зонтик. Вот, и один из зонтиков тоже я сделала сама, то есть здесь завязала вот сетку, которая мягкая. Вот. То есть, я думаю, все понятно и не стоит рассказывать. Сейчас обрежу немножко концы здесь. Здесь мне захотелось приклеить вот такую вот розочку, которую мы делали в нашем мастер-классе. Мы ее приклеим сюда. То есть, мне кажется, она по цветовой гамме и по всему подходит. Вот. И также ручка, которую мы сделали для зонтика, я сюда ее вставлю. Вот. Я думаю, с каждым разом, когда будем заниматься лепкой, навыки будут на лицо, и все будет получаться намного лучше. То есть ложим горячий клей и приклеиваем. И в результате вот такая красота у нас получилась. Сделали мы вот такие зонтики и также сделали ручки, как у настоящих зонтиков, которые можно повесить на руку, то есть как бы имитирующие ручку. Ну, то есть я считаю, что получилось достаточно красиво. Смотрите, как оригинально. Вот, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. Вот, пишите свои замечания и свои пожелания внизу под видео. До свидания, до новых встреч. И мой девиз: изменим мир к лучшему.